За моей спиной Lisian L7 Ultra. Это максимальная комплектация из Lisian'ов, которая сейчас может быть. Ну, основное, что вы должны знать вообще, если вы хотите, чтобы машина у вас дольше служила в качестве, дольше бегала на одном заряде батареи, как электричка, вы хотите ее использовать, тогда вам нужна именно ультра, потому что у нее батарея 52 кВт-часа против 42 у других комплектаций этого же автомобиля. Все остальное, есть еще кое-какие плюшки, я не очень подробно рассказывала в своем видео, но это все дальше, ну, не настолько важно, насколько батарея. У меня, кстати, знакомый купил эту машину, и он говорит, что он сейчас проезжает на ней 200 километров, а у него до этого был Pro, у него была прошка, дорестовая, и получалось ощутимо меньше километров на 50. Представляете, какая разница, а батарея увеличилась-то не так прям значительно. По самой комплектации, ну, это максимум, что может быть и во всем остальном. Но, в принципе, Lisian'ы, они достаточно оснащены, даже если это простая шестерка. Смотрите, заходим, давайте попробуем, начнем с сидений. Подогрев, вентиляция, массаж, причем у всех сидений. Все у нас электрическое. Сидение с памятью. Круиз-контроль адаптивный. Дальше вот здесь проекция на лобовое стекло. У нас в данном случае цветовая гамма классическая, белый на черном. Но они есть и в другом исполнении тоже. Так, сиденье электро я вам показывала, не показывала. Вот. Вон, кстати, девяточка пошла. Так. Вниз смотрим, видим, что у нас выдвигающиеся пороги. Сзади у нас отдельная зона климата. Так, покажи, пожалуйста, выпадает изверху у нас экран. Именно поэтому здесь, в отличие от шестерки, есть вот эта перемычка между передним люком и задним. Так, давайте покажу вам, какое здесь количество места. Машина достаточно большая. Вот здесь у нас есть, это я его включила, холодильник. Он также обладает функцией подогрева. Здесь подлокотник. Вот такой вот крупненький. В шестерке он, ну, очень обычный, как у большинства автомобилей. Это одно из отличий шестерки от семерки. Так, и багажник, естественно, электрический. И двери у нас с доводчиками, подвеска пневмо. Вот, давайте все это продемонстрируем. Сейчас сильновато хлопнуло, чтобы вы увидели доводчик. Оп, присосалась. Камера совершенно шикарная, 360, но надо сказать, что у всех Lisian'ов она такая. В общем, ультра есть несколько вариантов цветов. Приезжайте, звоните, смотрите.